Нет, запаха моего нет. Не-не-не-не-не-не-не-не, вот за полторы, которые, за полторы. Ну, слушай, даже если будет 500-600 ватт, это уже достаточно. Я тебе скажу, блядь, это заточить там просто ватт, ночь. Ну, такой, это понимаешь, это не для... Да, это не для производства работ, это бытовое, для... Ну, 350 пойдет, это за того, чтобы инструмент точить. Не может. Как расческа. Чешется. Слушай, не торопись, Юрий. Дело в том, что как я звонил от Света сейчас тоже там по поводу запаха, это не то, что, знаешь, Оскар. Послушайте, острой нужды нет. Вот если фонарик кто-нибудь привезет, налобный или нагрудный, это было бы здорово. Фонарик, чтобы им можно было пользоваться, при этом при свободном месте. Он либо на карман бывает, либо на голову. Вот что-нибудь вот такое. А точило это не просто бывает, но как бы нужно, но было бы хорошо. Вот. Будет очень красиво. Послушай сюда. Будет крайне неудобно, если, предположим, ты привезешь точило, а завтра приедут люди, еще 2-3 человека, которые привезут. Здесь 3-4 точила нафиг не нужно. Ну, как-то вот друзья, с которыми приезжают, я про это говорил, я как-то вернулся и вешал. Там умелые лапки, да, вот эти коготочки, пяточки. Вот, ну, люди обещали, а кто-то возьмется, в обещание выполнить и привезет. И тогда получится такая ситуация, что кто-то потратил деньги, понимаешь, а мог бы их не тратить. Ну так, с прагматичной... Не, Юр, не надо. Да, Юр. Понятно, это сам не. О, вот это было бы просто чудно, это было бы замечательно. Да ладно, пацаник, я куплю. Это самое. Вот видишь. Водой пытаюсь. Да, в тепловом клеище я тебе расскажу, почему оно нужно.